актуальны мікрафон зараз праходзіць абмеркаванне праекта змянення у канстытуцыю прапануем нашим слухачам выказаць сваю позіцыю колькі тэрмінаў можа займаць сваю пасаду прэзідэнт як у асноўным законе павінна быць адлюстравана паняцце шлюба якая працэдура фарміравання і реалізацыі рашэння усебеларускана народнага сходу на Это иные вопросы, мы сегодня обмеркуем с политологом Петром Петровским. Я знаю, что вы лично также участвуете в обсуждении проекта Конституции, вы принимаете предложения граждан, знаете, с какими вопросами чаще всего обращаются. Расскажите об этой работе. «Белая Русь» с 29 декабря открыла горячую линию как республиканского, уровня общественного объединения нашей штаб-квартиры, так и на региональных уровнях, то есть в областях, в областных центрах, крупных районных центрах, городах, сбор именно, где происходят предложения, замечаний, пожеланий от граждан Республики Беларусь. Второй момент ⁇ это работа практически каждый день в общественном объединении на фронте 5 угу, э, общественной приемной Спасибо. где граждане могут угу. прийти Спасибо. и принести уже э, там, оформленные свои пожелания предложения и вот вчера э, вот я посмотрел сколько, Граждане только по телефонной линии на центральную организацию Белая Русь с 10 утра до да, 16.00 привнесли предложение. Это было более 160 предложений. Вот надо понимать, какой ритм имеет место быть. Предложения: вот вы уже озвучили, носят такой достаточно концентрич... да, да, да. Концентр... концентрированный характер. То есть людям интересуются вопросы, прежде всего, ценности, защиты традиционных ценностей, особенно традиционного брака, потом социального государства и социальных гарантий, как будет формироваться новый орган Всебелорусское народное собрание, вопросы приоритетности, либо неприоритетности международного mm -hmm. права, либо национального права тоже воп волнует. И, конечно же, ограничения, неограничения а сроков mm -hmm. президента. Спасибо. Это Спасибо. вот самые Спасибо. такие Спасибо. на сегодняшний Спасибо. день вопросы, которые волнуют граждан. Ну, скажем так, обсуждение ведь ведется уже достаточно долгое время. И mm -hmm. в процессе подготовки этого yeah. проекта okay. также принимались предложения. Я знаю, что вы также участвовали в диалоговых площадках. Что-то новое вот, по сравнению с тем, что уже поступило на протяжении прошлого года. Были ли какие-то действительно замечания, которые можно учесть в этом проекте, уже опубликованном? На мой взгляд, вот ценностные вещи, которые так волнуют граждан, их можно все-таки учесть. Угу. Это прежде всего семья как э, брак, как э, союз мужчины ну, и женщины по рождению. Я а, напомню, что в, в современном проекте угу. выражение по рождению убрано. Ну, Людей конечно. очень беспокоит новая угу. формулировка ну, статьи 45 Понятно. по вопросам бесплатной медицины где уточняется, что перечень услуг бесплатной медицины э, будет э, определяться законом, что людей настораживает. Но э, на самом-то деле э, новинкой вот такой является, наверное, именно вопрос о формировании Всебелорусского народного собрания, потому что в прошлый раз хоть и говорили про Всебелорусское народное собрание, но лично вот я сколько встречался на диалоговых площадках, плюс Белая Русь также собирала предложения. По вопросам формирования конкретного ВНС никто, никаких предложений лично вот я не был свидетелем, чтобы высказывал. То есть вот такие уже более конкретные обсуждения, более конкретных пунктов изменения Конституции такого не было были общие предложения а сейчас я вижу очень четко конкретику э, по э, статьям Конституции когда люди просто говорят вот у меня статья Конституции она меня э, считаю что вот она ее надо скорректировать почему э, дается аргументация и мы в принципе вот так и заполняем бланки что кто предложил что предложил почему он так считает то есть чтобы это не было какой-то хаотичной форме предоставлена. И... Как вы думаете, вот э, те предложения, которые поступают, а можно ли делать вывод, что э, вот и из тех звонков, что эти люди действительно представляют, ну э, такой э, до... Действительно большое у них, что их мнение разделяет общество вот таким образом. Мне кажется, что по многим показателям, прежде всего, по традиционным ценностям, по обеспокоенности, вопросах социально ориентированности государства и защищенности в рамках Конституции, это на сегодняшний день самое-самое, наверное, распространенное предложения. Там есть и поменьше различного рода предложения. Например, введение, предложение по введению mm -hmm. государственной идеологии. Спрашивал мужчина буквально вчера, почему у нас преподается государственная идеология, но при этом ее как бы нету, конституционного статуса не написано в Конституции. Предложение, например, о запрете приватизации стратегической собственности mm -hmm. государственной тоже mm -hmm. высказывается, но это уже в меньшей mm -hmm. степени основные, все-таки это то, что я назвал. Есть экстравагантные, например, предложения предлагают в преамбулу Конституции внести понятие Бога. Есть и такие, но опять же мы проводим не просто сбор предложений, мы смотрим определенный рейтинг, количество, какие предложения, кто сколько людей Высказывают. И я думаю, что в ближайшее время Белая Русь, вот после этого мониторинга, предоставит хотя бы какие-то процентные составляющие тех либо иных предложений, насколько они популярны. Давайте обсудим один из главных вопросов это количество э, сроков президента. Есть президентские республики, где э, Президент может переизбираться сколько угодно, огромное количество раз. Нет такого запрета на количество а, сроков. Есть более жесткие подходы, например, два президентских срока. Есть... Примеры, но, ну, например, Чили, где четыре года может находиться у власти президент без а, немедленного переизбрания. То есть, если он снова захочет выставить свою кандидатуру, значит, кто-то должен сменить его на этом посту, и только после этого уже он может опять баллотироваться и избираться в президенты. Есть пример Мексики, где шесть лет там, ну, такой достаточно продолжительный срок пребывания, но без возможности переизбрания. То есть действующий президент уже, получается, не участвует в следующих выборах. Вот они давно такую норму прописали. Подходы разные, как мы видим, в государствах мира. Какой наиболее оптимальный, на ваш взгляд, вариант для Беларуси? И что думают об этом люди, которые обращаются сейчас со своими предложениями. Наверное, следует сказать причину, вот, почему во многих странах вводятся ограничения по срокам, почему вдруг президентские полномочия там, добрый, добрый. не каждый раз предоставляются да, там да. или ограничиваются угу. все время. Во-первых, потому что э, имеется определенная теория, прежде всего либерально-демократическое mm -hmm. государство, которое mm -hmm. предлагает систему издержек противовесов. Согласно этой теории, э, если не будет ограничения сроками, то имеется риск узурпации э, власти одним лицом. Э, но есть и другие мнения. Например, э, имеется мнение, что а почему, если одно лицо да, популярно в обществе, его политики поддерживают, почему его на, должны ограничивать какими-то сроками пребывания. Вот, к примеру, можем показать Рузвельта, который больше двух сроков был, ему разрешили э, быть. И почему? Потому что он вывел страну из кризиса, потому что он э, фактически ковал победу во Второй мировой войне и в США был ли вместе с Советским Союзом Великобритании союзниками в борьбе с гитлеровской Германией. Но таких примеров в мире на самом да. деле огромное количество. Вот, их десятки, да, когда ограничения, да. которые есть в Конституции, каким-то да, образом да, да. обходили. Не просто обходили, их снимали. И, например, сейчас вот граждане высказывают недоумение, почему надо ограничивать президенту на этом президентские сроки. Это очень популярное мнение, что это не надо ограничивать. Более того, уже в крайнем случае люди соглашаются, что давайте ограничим не количество президентских сроков, а, например, возрастную планку, по которому человек... Может быть избираться президент? Давайте вот тогда мы подробнее расскажем в действующей конституции, что говорится, во-первых, о сроках, во-вторых, о возрасте человека, который может занимать должность президента <связать> и какие нормы предлагаются в том варианте, который вынесен на обсуждение. Ну вот смотрите, сейчас у нас имеется в Конституции определенная норма, согласно которой президентом может стать гражданин Республики Беларусь, достигший 35 лет. В опубликованном проекте изменений Конституции предлагается изменить эту норму и повысить а, уровень а, вот возрастной а, ценс до 40 лет. Второй момент это ограничение ограничения для кандидатов в президенты момента, что человек должен все-таки родиться и прожить на определенной территории. То есть сейчас в Конституции это 10 лет постоянно прожить до избрания президентом. В проекте изменений Конституции предлагается увеличить до 20 лет. Граждане на этот счет не высказывают а -а -а. особых мнений. Николь, Единственное спасибо. есть пожелание, а -а -а. чтобы учитывали то, что до 1991 -го года Беларусь была в составе Советского а -а -а. Союза, и есть предложение, что для а -а -а. тех граждан СССР еще, которые родились в СССР, а не только в Белорусской Советской Социалистической а -а -а. Республике, ну, им интересно. тоже предоставить возможность избираться на высший пост президента. Ну, это такая, скорее, переходная норма. Вот. В этом плане мы, мы видим ужесточение некоторых норм, но в современном варианте Конституции у нас нету ограничения сроков, а в то, что предлагается, предложение имеет место быть ограничение не более, чем двумя сроками президентскими. Но опять же, это норма дискуссионная, напомню. Граждане достаточно активно выступают предлагают другие варианты решения этого вопроса. Вот я уже... а И, вот И вот... у нас граждане тоже по телефону, вот наши слушатели тоже предлагают. Большинство звонков как раз на эту тему. Я думаю, видимо, можем это Мы обсудим да, после да. перерыва. Mm -hmm. а, только хотелось бы уточнить у вас. Вы говорили, что были предложения по ограничению возраста президента, да? То есть не старше определенного возраста человек может занимать ту должность. В мире есть такие примеры? Лично я не сталкивался с такими примерами. Вообще такие примеры больше сейчас характерны, как это ни странно звучит, для религиозных организаций, где там э, э, патриархи, метрополиты, епископы, например, в христианских церквях там ограничение срока, как раз 75 лет, или 80 лет, если время католической церкви, да, э, это имеет место быть. Что, На момент избрания. Э, но не пребывания. Да, да на момент избрания, и в том числе и пребывания, кстати, в, в этих организациях. Но это, в зависимости мы должны, от да, мы, но это религиозные организации. В таких организациях, именно в государствах, в государственных институтах ограничения по возрасту лично мной не было замечено. Обсуждали ограничения сроков полномочий главы государства. Вот как раз на эту тему действительно большинство звонков от наших слушателей. Нам позвонила слушательница, которая имеет опыт работы в избирательных, во время выборов на избирательных участках. В том числе она была и членом, делегатом 4-го Всебелорусского народного собрания. Она говорит, вот как член избирательной комиссии, мы всегда говорит, подсчитывали потом голоса, Говорит, все время, сколько я помню, большинство всегда было на его на ее участке за действующая главы государства. Вот. Поэтому она говорит, что люди доверяли и доверяют главе государства. И ограничение сроков на ее жизненный опыт все-таки так говорить нельзя. Она предлагает, что человек может быть находиться, как говорится, у руля государства, быть президентом, ну, как она сказала, столько, сколько позволяют силы, столько, сколько он хочет. Лариса Андреевна Александровна из Баранович. Она говорит, что надо не брать нам опыт западных стран, у них там немножко другая демократия. Мы уже увидели, какая демократия демократия там, друг другу перебрасывают власть, говорит, это власть имущая, говорит, не думает фактически о простом Ты народе. называют да. Да, говорит, давайте брать опыт говорит, со стабильных стран, например, с Китая. Там, говорит, все-таки нет таких ограничений и говорит, и государство живет и процветает. Поэтому тоже за против ограничения сроков. Еще один звонок от нашего слушателя. Он говорит, что опять-таки не надо ограничивать, надо делать просто ставку и выбирать нам всем действительно достойного главу государства. И говорит, вот пример Казахстана, свежий пример говорит о том, что насколько нужна крепкая власть. Народ доверяет, значит надо, чтобы этот человек был главой государства. Таких звонков у нас много как раз вот на эту тему. Я думаю, что все это будет в систематизироваться и опять-таки вносить <coughs> предложение. И еще одно предложение. Значит, если у жертв ну никак не можем уйти от этих двух сроков, давайте мы введем, добавим слово «подряд». Два срока подряд. То есть с таким в общем-то посылом, что человек может опять, если достойно себя проявил, опять участвовать через определенное количество времени в выборах президента. Я это прокомментирую, если позволите. Во-первых, в Китайской Народной Республике до 2000 2017 -го года, если мне не ошибается память, как раз и были ограничения по срокам для председателя Китайской Народной Республики, однако было решено снять эти ограничения. И более того, я напомню, что Дональд Трамп хотел также снять ограничения в Соединенных Штатах Америки, но ему по понятным причинам не позволили это сделать. То есть прецеденты сегодня наоборот, на э, снятие вот, подобных ограничений, так как мы увидели, вот Меркель, она э, как бы не президент Федеративной Республики Германии, но э, де факто по их конституции большинство полномочий канцлер имеет. И, а вот она была 16 лет, 4 срока. Вот, э, это, конечно, мне кажется, э, ограничение сроков не демонстрирует эффективности госуправления. Здесь главная система сдержек противовесов и внедрение Всебелорусского народного собрания, которое, к слову, много чего взяло, в том числе Всекитайского народного собрания представителей, оно как раз и призвано не допустить, с одной стороны, узурпации власти, с другой стороны, ломки той социально-экономической модели, построенной на наших ценностях, и с третьей стороны, вырабатывать стратегию. То есть президент после принятия новой конституции не будет иметь столько полномочий, как он имеет, и поэтому мне кажется, что опасаться какой-то узурпации власти в этой ситуации настолько не стоит. Это уже не будет той конституции, по которой мы живем сегодня. То есть вполне возможно, что такие мнения большого количества граждан может быть учитано? Не просто учитано не следует забывать, что Конституцию будут принимать на референдуме. И единственным источником власти, как по действующей Конституции, так и по будущему варианту Конституции, является народ. И если граждане требуют, предлагают какие-то вот нормы, либо исключить, либо дополнить, если это носит массовый характер, я думаю, что может и социологические исследования по вот этим самым точкам будет проделано, то, думаю, что они будут решены. Петр, ну, видимо, тут очень важно, как будет вынесено на референдум. Или целиком проект, или по определенным, как говорится, параграфам. Мы пока об этом не знаем, как задумывается. Просто по параграфам было бы логичнее, но по вопросам конкретным. Но воп... другое дело, что очень много затрагивается изменений тем, и для подсчета голосов, э, вот э, за и против конкретных вопросов, это будет технически очень сложно сделать. Сколько надо урн, сколько надо сотрудников избирательной комиссии. У нас был э, опыт 96-го года референдума, там выносилось, не, сейчас не скажу 4, сколько, по-моему, 4, по 4 вопроса, но ну, 4 вопроса это не как сейчас, где, наверное, с, как минимум с десяток вопросов будет, поэтому все будет зависеть от того, насколько будут сформулированы, наверное, проблемы, темы, как они будут сформулированы, и вообще какой результат после вот этого обсуждения, которое сейчас идет, Конституции мы получим. Я правильно понимаю, что основное количество вопросов, которые сегодня поступали, были связаны именно с президентскими полномочиями и, срок, и сроком, да? Конечно, большинство этих другие вопросов. Вопросы у нас есть понимались. и другие вопросы, значит, вот наши слушатели просят больше констатации в этом основном документе. Ссылается, например, на статью 18, статью 88 84. Ну, я цитирую полностью не буду. Там написано, допустим, или иных беспорядков, или иных преступлений. То есть вот эти слова под слово иные, что все-таки было конкретика больше. Почему? Потому что говорит, ну чтобы не было двоякого толкования в законодательстве, они приемли двоякого толкования. С одной стороны согласен, с другой стороны мы должны понимать, что Конституция это не уголовный кодекс, это не административный кодекс и не закон о конкретной сфере жизнедеятельности. Конституция носит во многом такой стратегический и программный. Характер. Поэтому она не может регламентировать до точки до запятой все э, стороны жизнедеятельности. Она за, э, закладывает принципы ценности э, жизнедеятельности, по которым уже будут писаться э, конкретные законы, кодексы, уже конкретизирующие те либо иные процессы и э, правила жизнедеятельности. Еще у нас есть слушательница, она уже не единожды нам звонит и говорит, что необходимо как-то в Конституции прописать, чтобы обязательно в общественно-политической жизни присутствовала политическая оппозиция, как вот она говорит. Возможно ли так вот это сделать или конкретно прописать? Или формулировки там о нашей многопартийной системе и так далее и тому подобное, это не обязательно учитывать. Вот именно оппозиционное, чтобы было там вот структура, mm. вот, вот обязательно там вот было прописано, чтобы их якобы, по ее мнению, не ущемляли. Ну, здесь вопрос тогда возникает, что у нас нету такой такого субъекта права, как оппозиция, потому что э, нас не выделяется партия оппозиционная не неоппозиционная, перед законом все они равны. Не, не выделяются общественные организации, там граждане оппозиционер, ты не оппозиционер. У нас это регламентируется некоторыми другими статьями Конституции. Во-первых, право на, на многообразие мнений, э, на многообразие идеологий, это уже само по себе плюрализм, защищенный Конституцией, он и обеспечивает деятельность оппозиции, но в рамках закона. То есть оппозицию надо понимать не как бунтарей каких-то, а как людей с альтернативной точкой зрения на развитие страны, общества, государства международную ситуацию. И если они функционируют в рамках закона, то их никто и сейчас не трогает. Вот вопрос. Более того, современный вариант изменений в Конституции, он предлагает как раз расширение возможностей политических партий. Он закрепляет многие пункты, в том числе избирательной части, за политическими партиями. Поэтому мне кажется, Здесь волноваться не о чем, потому что ну оппозиция это характеристика той или иной партии, но не э, субъект права. Еще одна тема, которая обсуждается: чему отдать приоритет международному праву или национальному праву? Вот я знаю, что и вы принимали такие звонки, сталкивались с таким мнением. Все-таки какую точку зрения вы поддерживаете и что в интересах страны, чему отдать нужно приоритет? Конечно же, Беларусь не живет на острове, не находится в изоляции какой-то, она существует в определенных нормах международных правовых. И здесь существует, регламентируется жизнедеятельность всех стран. С другой стороны, к сожалению, вот принципы, нормы международного права, вот такое выражение, оно очень абстрактно. И зачастую оно используется для того, чтобы ущемить суверенитет и независимость стран. Классический пример санкции. Да? Ведь те, кто вводят санкции, те начинают говорить, что мы согласно международным принципам и нормам вводим санкции. Почему граждане нам вот звонят и требуют, чтобы было э, господство и все-таки первичность э, национальных, национального права, принципов и норм, над э, международным. Мне кажется, даже вот в Конституции Российской это закрепили после э, референдума. В Конституции, да, было э, на референдуме вынесен этот вопрос, и новая редакция Российской Конституции говорит о приоритете э, национального права угу. над международным. Но для угу. России это вообще было важно, потому что Россия была в рамках Совета Европы. Над ней была господствовала юрисдикция Европейского суда по правам человека, которая зачастую выдавала определенные решения, которые Россия обязана была выполнять. Теперь, согласно этому праву, этой норме Конституции, новой норме Российской Конституции, Европейский суд по правам человека и его нормы не являются обязательные, они могут носить рекомендательный, декларативный характер. И юрисдикция российских судов стала первичнее. Мне кажется, мое точка зрения, что в той ситуации, когда сегодня фактически рушится система международного права, когда оно используется в вот этих э, санкционных войнах, э, в гибридной агрессии, здесь, э, мне кажется, все-таки должен быть во внутренней политике приоритет э, национального права. Не помешает международного... ли это осуществлению международных договоров, которые заключает наша страна? Ведь есть очень важные договоры, касаются налогов, э, социальных каких-то благ, пенсионного обеспечения, там, трудоустройства. Э, Получится, что действует национальное законодательство, и вот эти вот международные соглашения, они фактически могут перестать работать. Я хочу напомнить, что и сегодня даже международные соглашения начинают работать, когда их ретифици... принимают ä, палата представителей, утверждает парламент, подписывает президент. Без этой процедуры международные соглашения не вступают в силу. И просто-напросто, когда мы говорим по приоритете национального права над международным, мы говорим, что если принимаются какие-то международные соглашения, то они должны имплементироваться в национальное законодательство, что в принципе в рамках Евразийского союза, ОДКБ, союзного государства, вот мы говорим про 28 программ, и что надо заменить, изменить 400 законодательных актов только у нас, других организаций и производится а те принципы там нормы которые вот иногда так используются некоторыми политическими э, акторами в мировом пространстве вот э, они носят спекулятивный характер и целях ущемить э, те либо иные страны которые им не угодно. мы это видим под тем санкциям против нашего государства, которые вводят эти страны. Мне кажется, вообще в последнее время со стороны определенных стран, и, как мы сейчас говорим, коллективного Запада, вообще международное право не действует. Там право силы и действуют и совершенно другие их интересы. Ну, здесь имеет место быть такое, почему? Потому что вспомним Ливию и Ирак, да и Югославию, когда международные структуры не давали никакого добра на бомбежку этих стран, но определенные государства э, в одностороннем порядке решали судьбу этих народов. Спасибо. Я думаю, что мы вернемся еще к этой теме неоднократно. Будет возможность у слушателей задать свои вопросы. Напомню, что сегодня у нас в студии был политолог Петр Петровский. Актуальный микрофон. Аналитичная программа.